Здорово, парни, и снова Farming Simulator 19 и канал Доки Стайл. Сегодня я подобрал для вас немножечко белорусов, посмотрим на них. Они немножко необычные некоторые, там один старенький, один вот такой вот на литых дисках, и один какая-то люксовая модель, как было написано. Ну, в общем, сейчас глянем. Еще я все-таки, руки у меня дошли, я скачал мод на интерактивный этот. Мне уже написали там в комментах, что на прошлом бычке, на прошлом видео, зил бычок, все-таки открывалось все, там и капот открывал, и задние двери открывались, в общем, все там работало, просто не было этого мода. Сейчас я его скачал, теперь у меня, как вы видите, все это работает. В общем, ну давайте смотреть. Начинаем, пожалуй, мы с такого ЭПТЗ-80, старенького, ржавенького. Я все-таки хотел давно найти себе хорошо, качественно сделанный мод, только уже такой ржавый, старый, чтобы текстура была, ну, в общем, более-менее старенькая такая. И, наверное, я его нашел. Но сейчас взглянем на него все вместе. Вот, значит, МТЗ, Беларусь, 80-очка, 25 км в час максимальная скорость. Если это действительно так, то это неправда. 120 литров бак, 75 лошадиных сил. Но тут вроде все сходится. 36 500 его стоимость. В игре никаких модификаций абсолютно нет, в игре он выглядит следующим образом, ну, скорее всего, да, я погорячился, тут текстура немножечко такая убогая, ну, как немножечко, она просто ушлепанная. Открывается у него, по-моему, капот, насколько я знаю, да, так, двери открываются тоже, да. Мне нужен капот, вот он капот, триггер капота. Смотрим, значит, здесь. Я немножечко тут полазил как бы до видео. Также красивый движочек здесь, все сделано, все детально. Там топливный компрессор, стартер большой, правда, какой-то стоит. В общем, здесь все сделано, но я заметил такую деталь, смотрите. Здесь стоит дозатор. Вот, это 100% дозатор, даже бачок не рулевой рейки, это бачок дозатора стоит здесь, также дозатор вот на рулевой, здесь 4 выхода на шланги, шланг, к сожалению, здесь нету, так же, как и нету цилиндра, то есть дозатор у нас стоит, а даже рулевого цилиндра здесь нету, ну, это недоработка, то есть дозатор впихнули, модель двигателя взяли, видно, с одного трактора, модель самого трактора с другого, потому что здесь должен быть цилиндр поворотный и все дела. Здесь вот эта вот маленькая недоработочка, которая, я даже не знаю, стоит ли на нее обращать внимание или не стоит. Так, опускаем назад. Где ты там? Кнопочка, этот триггер этот. Опускайся. Все, это есть. Сейчас я поставлю, выключу автозавод еще. Это запуск двигателя выключен. Все, садимся в него, пускай дверь закроется, правда. Садимся в него по салончику. Что здесь по салончику? Ну, вроде все сделано. Текстурка, это, скорее всего, конверт какой-то. Да, эти кнопочки сделаны, то есть я могу изнутри открывать двери, даже с открытыми могу поехать, да? Ну, тут... А что, в эту сторону на старых кабинах, да, открывается дверь? Я что-то не знал. Крышу могу поднять? Ну, нифига себе, ля. Не, ну, кстати, мод вот это, конечно, прикольный. А это... Заднее стекло, ё-моё, лянь, как тут все делается. Ну все, теперь у нас почти кондиционер, окей, заводим. Звук работает, дымит откуда надо, ехать едет. Тут я не знаю, тут все нормально с ним, косяков никаких нету. Навеска не регулируется также никак. Давайте прокатимся, сейчас посмотрим. Что касаемо приборки, ну, что-то там крутится, но, опять же, такой приборкой вы ничего не сделаете, поэтому от этой приборки смысла нет, там ничего не видно. Едет 25 км в час, но это брехня полная, потому что, ну, белорус, он в любом случае под 40 будет ехать, 35, там, 34 км в час, но точно не 25. Сейчас я доеду уже до своей базы и оставлю его там. Что могу сказать? Нужно фиксить скорость. Если вот отсюда смотреть третьего лица, то, в принципе, и на текстурку особо внимания обращать не надо. Ну, можно поездить. Такой себе более-менее мод. Работает вот этот интерактивное управление всеми элементами кузова. Это, конечно, плюс. Я многие моды, которые уже обозревал, к сожалению, обозревал без этого мода. Дальше это все изменится. Теперь я буду обозревать с данным модом. Ну, вот, то, что имеем, то имеем. По поводу освещения, желтый, блин, ну, желтый красиво светит. Гляньте, прям желтым светит, очень галогенки. Охренеть, ну, это прикол. Прям сильно желтый свет сделанный. Ну, что-то в этом есть, наверное, все-таки прикольно. Все, поехали дальше. Дальше мы посмотрим с вами на вот такой вот 82-й Беларусь Люкс. Малые тракторы.
Он находится, вот он, Белорос, МТЗ-82. 1500 яра стоимость. Но опять же, блин, пацаны, не я пишу стоимость, это написал мододелка, мне претензий никаких. Что здесь мы имеем? 33 км сейчас максимальная скорость. Тут, поверю, 33, наверное, по заводскому, там, с 2000 оборотов, наверное, так оно и будет. 120 литров бак, 80 лошадиных сил. 82-й. Блин, у меня по документам, если не ошибаюсь, по-моему, 85 даже лошадиных сил. Ну, фиг его знает, этот разбор, он не особо критичен. Так, что здесь у нас по модификациям? Нету крыльев, по-моему, да, крыльев здесь нет передних. Здесь у нас крылья ставятся. Вот цвет кузова, красные, красивые крылья, это приятная такая мелочь. Капот, я не знаю, почему капот сделали белым. Может быть, возможно, это и правда какая-то люксовая модель. Я таких не видел, выглядит, ну, забавно, необычно, прикольно. Выбор колес такой, и тонкие колеса ставятся. Ну, чтобы не вытаптывать культуру. Дефолтный и... тонкие, вы поняли. Все, больше никаких модификаций здесь нету. В игре он выглядит следующим образом. Здесь, да, тут уже текстурка на уровень повыше. Она уже выглядит посимпатичнее, скажем так. Мод на управление всякими элементами кузова здесь не адаптирован, к сожалению. Поэтому ни двери, ни капот я открыть посмотреть не могу. Кардан есть, значит, это реально 82-й. Блин, подушечки так сделаны. Ну, в общем, сделана текстурка самого мода... хорошо, хорошо, ничего сказать не могу. Что касаемо панели, панель уже еще, наверное, старого образца, с таким вот спидометром, не такой, как сейчас ставится на 82-х или 892-х. Так, что здесь, подлокотники, сиденья. Ну, блин, это новый трактор, видно, и неплохого такого качества. Коробка посередине у нас, рычаг переключения скоростей. Так, ну, блин, ну, нормально сделано, красиво, мигалочка мигает, сигналит, свет светит, свет беленький здесь, лампочки, видно, хорошие, заводим. Ни хрена себе ты заводишься. Звук, необычный звук, где-то я его слышал, кстати, но звук вполне себе интересный, прикольный звук. Так, вентилятор крутится, здесь я под решетку могу заглянуть. Здесь тоже стоит дозатор, видите, да? По-моему, здесь тоже стоит дозатор, но также цилиндра нету. Я вот не понимаю, почему это, ну, видно, что брали, наверное, текстуры двигателя. Да, тут двигатель даже один и тот же, посмотрите. Вот я нашел косячок какой, надо делать. Когда берете движок, обращайте внимание на дозатор, как минимум, потому что рулевая рейка чуть другое устройство с дозатором. Так, ладненько, под первого лица сейчас отпустится у нас этот. Все, тут приборка уже более-менее видна. Да, здесь уже можно от первого лица по приборке. Здесь зеркала рабочие, елочка шевелится, салончик симпатичный. Ну, блин, это новый трактор. Навеска, кстати, здесь, да, здесь навеска регулируется, выше-ниже все делается. Этот трактор, блин, ну, когда он испачкается, я... Сейчас делаем, подождите. Так, грязь быстрая. И сейчас я, наверное, возьму на ему какой-нибудь плужок самый слабенький. 85 лошадиных сил пойдет. Пускай потянет, арендуем. Сейчас я хочу его загнать в поле реально. И пускай он чуть-чуть, просто пока мы посмотрим с вами на 12-21, на тот, который у нас присутствует в магазине. Пускай этот покатается с плугом по полю. Я хочу посмотреть, как он все-таки испачкается. А я надеюсь, он будет пачкаться, стареть как-то. Потому что, ну, такая вылизанная, прям блестящая новая техника. На первое время прикольно, далее она уже смотрится не очень. Физика, вы видели, сейчас колеса отработали потрясающе, красиво. Ну... мне понравилось, нормально. Так, красный плуг. Блин, он такой большой для МТЗ, кажется. Ну, фиг знает. По заявленным 80 лошадиных сил у него. Для плуга требуется 85, но это тоже 5 лошадиных сил. Пускай не на полную скорость, но будет он его тащить. Хорошо, хоть поле рядом. Кстати, с этим плужком он прикольно смоется. Он такой маленький, кажется, а плуг большой. Ну, 33 км в час набирают, и все. Даже, вот видите, мы обогнать не можем этот самосвал, который едет. Так, ладно, дожочек. Будем чуть-чуть срезать. И стекла бы затонировать, немножко бы подделать модификации здесь. Так, здесь не буду я тогда ничем заниматься на засе... Хотя пускай едет и на засеяном. В принципе, по барабану мне.
опускаем. Все, посадили наймита. Наймит занят, плуг тащится. Тут все, претензий нет, все работает. Посмотрим, как он будет пачкаться. Далее, значит, и на сегодня у нас последний мод. Это вот такой вот Беларусь 1221B.2. Я прям особо в таких обозначениях не знаю. Выглядит он следующим образом, как видите. Что там? Вези трудяга домой бродягу. О. Так, открываем. Находится он уже в средних тракторах, по-моему, да. МТЗ 1221. По характеристикам 35 км в час максимальная скорость. Ну, около 40 он должен бегать вообще. Надо было до 40 уже округлять. 200 литров бак, 130 лошадиных сил. А ну, по поводу бака. Бак дополнительный здесь должен, по-моему, стоять. Квадратный, да, если я не ошибаюсь? По-моему, да, потому что этих баков на день ему не хватает, насколько я знаю. Бампер. Что касается бампера, здесь отсутствует. Здесь ставится противовес. Здесь такой бампер ставится. Боевая Русь. Нифига себе, я не знаю для чего, но ставится, наверное, бочку спереди для противовеса какую-то можно поставить. И противовес плюс бампер. Ну, я не знаю, как хотите, какие вам нравятся, так и ставите. Крыло ставится такое стандартное, узкое. И ставится уже более модифицированное, широкое. Ну, почему-то оно наверх накладывается этого синего и смотрится это так себе. Но я поставил широкие, поэтому, ну, посмотрим. Капот. Капот у нас есть такой вид. Это у нас Mercedes. И такой вид с подковой. Ну, опять же, на любителя, кому какой нравится. Тут особо просто разница в наклейках. Этот... более аккуратно сделанный. Здесь уже выгоревший какой-то, наляпистый, всякие наклеечки. Доп-фары ставятся сюда вот по бокам. Можно, ну, поставить, можно не ставить. Можно также поменять фильтр. Стоит короткий, вот он, этот отсекатель. Можно поставить длинный с выводом над кабиной. Шторы. То есть мы вот такую вот тюль вешаем себе, шторки. А, это я фары, подождите. Вот, шторы, да, убираем или вешаем. Ну, я поставил, посмотрим, как будет смотреться с ними. Также у нас есть выборы флагов. То есть мы можем поставить флага нету, флаг Беларуси, флаг России, флаг Украины. Какой хотите, такой и ставим. Далее, проблесковые маячки, два по бокам стоят. Двигатель становится стандартный, либо 56-10. Не знаю, с чего этот движок. А ну, он меняется, кстати. Нет, двигатель визуально не меняется, но добавляется сколько? 50, 70 лошадиных сил аж прибавляется, 73 даже. И колеса ставятся такие, ставятся задние двойные, двойные колеса везде ставятся. И титаны, то есть вот такие у нас вот колесики блестящие, литье. Но я по приколу поставил их. Все, дальше у нас ничего нет, стоимость 17700. Для таких мощностей, тем более 17700 это вообще копеечки. 130 лошадиных сил здесь у меня, по-моему, стандартные. Да? Сейчас я даже культиватор подниму. Подберу под него. Ну, ладно, тут не будут дисковые бороны. Вот, 140, допустим, требуется, да? Арендую даже, просто прокачусь с ними, заеду в поле, посмотрим. Так он выглядит вживую. С ним работает этот мод на открывание всего. Также вот оно открывается. Тут я уже 82, ой, 12.21 у меня нету, поэтому сумничать я тут не могу. Как тут рулевая сделана, как тут что сделано. Ну, блин, фиг знает, короче, смотрите сами. Также можем утеплить этот кузов. Капот. А как тебя закрыть теперь? О, блин, а, вот здесь триггер, да. То есть закрываем, можно утеплить на зиму, допустим, если вы там играете сезонами с модом, это открывается, закрывается. Так, больше ничего тут интересного нету. Ну, двери только, да, и капот. По салончику, в салоне никаких триггеров нету, да. Навеску сзади немножечко видно, это, конечно, плюс. Немножко шторы раздвинуты, на шторы также никак взаимодействовать с ними не могу. Ну ладно, заводим. Сейчас проверим по звуку, что у него тут с турбинами. Так, в принципе, выглядит он немножко, ну, необычно. Скажем так, колхозный вариант, я такое не люблю, заводское выглядит красивее. Да, турбинки я уже слышу, турбинки работают. Да-да-да, звук турбин здесь отчетливо слышен, потому что свист этот не перепутать ни с чем. Едет приятно. По-моему, 1221 подобный я уже показывал, обозревал как-то. Да, спидометр работает, приборка работает. Блин, ну на литье, конечно, необычно смотрится, но... опять же, можно поугарать в поле, да? Смотрите сами. Ну, громковато. Если вот...
Я сейчас себя даже плохо слышу, потому что он гудит очень громко. Ну, сейчас загоню его в поле, просто проверим. А так, ну, блин, необычно красиво. В магазине, кстати, диски какие-то серые. Здесь они, видите, у меня блестящие. Ага. Все, давай, погнали. Так, и что с нашим красным? Наш красный куда-то уехал, наймит почему-то быкануть решил, да? Я понял тебя. Что касаемо грязи. Колеса испачкались, сам трактор пока не испачкался, но, скорее всего, он не испачкался из-за того, что он не пахал, а куда-то просто уехал. Да, 10-е поле, это где он сейчас оказался, блин? А, вот он куда уехал. А какого хера он себя так повел, я не знаю, кстати. Так, мне назад, да, надо? Да, поэтому, скорее всего, он все-таки будет пачкаться. Это почему-то сейчас какой-то косяк случился с ним. А так, ну, колеса, если вымазались, значит, и весь он испачкается. Если это будет, то вполне себе его можно использовать. Также сиденье мы видим анимированное. Все, наймит работает. Этот вообще справляется в легкую. Колеса также испачкались. А, сама резина, диски не пачкаются здесь. Он также, я думаю, будет вымазываться. Ну, в общем, пацаны, на сегодня вот такие вот моды. Опять же, подобрал немножко белорусов. Надеюсь, вам было интересно. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.